как бы не видела. Давайте будем начинать. Остальные подтянутся. У нас сегодня такой будет жестокий эксперимент для тех, особенно у кого есть слух. Мне выпало честь и испытание играть сегодня на расстроенном пианино. Это, в общем-то, значит, что у вас в программах. Именно поэтому я выбрала тему джаз, где-то хотя бы хоть как-то, может быть, где-то скрыть, где-то оправдать. Будем представлять, что мы где-то в Америке, в каком-то пабе старом, на старом разбитом пианино играем. Программа была из двух частей, но мы ее сейчас объединим. Если что-то будет совсем прям плохо, будем сокращать. Но в целом, я думаю, удовольствие какое-то мы получим. Давайте начнем с мелодии с пианиновой игрушкой. Дальше зайдите по программке, там все написано. Thank you.
если я его, наверное, чуть-чуть подсокращу. I wanna be loved by you. Это пьяная версия. Спасибо большое. Сейчас четвертый пришел. Четвертый пришел, да.
Продолжим солнечные композиции с Аней. Thank you.
Следующий, кто еще? Не лезь, выбираем сначала, какой будет лис. Так. Будет дама в голубом на этот раз. Такая вот работа. Кто ставит обладателя на этот раз? Он подсматривает. Какая понравится на ощупь? 16. Да. Все, спасибо. Сейчас мы будем. Сейчас прозвучит интересная вещь. Это джазовая фантазия на тему турецкого рока Моцарта. Thank you.
Так. Что нам делать с еще джазовый рояль? Так, сейчас прозвучит. Следующий год посвящается международному дню танца, который будет праздноваться на следующей неделе. Это будут все джазы вообще в большинстве своем образовательными ритмами обладают. Но это будет прям настоящий танец. Сейчас буки-буки. Так что кто умеет танцевать, пожалуйста. Thank you.
А мне кажется, оно вообще отправится, не знаю. Нет, мне кажется, как сказать. Вы не сильно страдаете, я просто прям переживаю за ваши уши, потому что прям не знаю. Если у тебя очень болезненно реагирует на расстроенные инструменты, даже не можем вам. Мне просто приходилось играть даже на гораздо худших образцах, и места это были самые неожиданные, это Можайская женская колония, где не было товарищей вообще, вместо них была пустота, и то есть, ну, разные варианты. То есть это еще, поверьте, не самое худшее. Так что мы... Сейчас небольшой такой для отдыха этюд Дворжика. Thank you.
Спасибо огромное. С темой джаза мы закончили. Остался последний у нас приз. Без вариантов. Так, что это у нас будет? Сейчас мы посмотрим. О! Это должен попасться номер любителя котов. Белый кот. Посмотрим, посмотрим. Может быть, и повезет. Смотри. Хотя все равно ни на что не влияет, но для чистоты. Номер 13. Thank you.
Совсем не важно.
зачем о нем так часто я вздыхаю? И почему мне только светит солнце в его оконце, его оконце? А он мне нравится, 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 и для меня светит туда и жилье. А мне нравится, 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 физическая. Спасибо вам огромное. Очень приятно видеть ваш свет в глазах и радость. И прошу тех, кто не выиграли, подходить за утешительными призами. Может быть, что-то себе приобретете на память, будем очень рады. Так что и до новых встреч. Приходите к нам в программу «У вас информация» 5 мая. У нас закрытие сезона проекта «Любимые песни романсы», где мы выступаем вместе с Ульяной и много-много других замечательных наших артистов, музыкантов, просто жителей моего города Рузы, которые поют прекрасно. Так что ждем вас всех в Русском центре культуры и искусств. До встречи!